Я иногда задаю себе вопрос, журналистика – это все-таки призвание или диагноз? И как бывший журналист, который проработал в свое время больше 5 лет в этой профессии, я считаю, что сначала это призвание, а после 5 лет это уже однозначно диагноз. Потому что желание узнать, желание во всем разобраться – это уже становится как бы составом крови любого журналиста, настоящего журналиста. И сегодня я от всей души желаю победителям премии «Признание», вообще всем журналистам оставаться объективными, всегда иметь возможность и давать нам, читателям, зрителям, возможность увидеть события со всевозможных сторон, потому что, но именно по этим событиям потом, вот по вашим заметкам, по вашим постам в интернете, по вашим сюжетам будет создаваться история и нашего государства, и нашего общества. В конечном итоге от вас зависит, чему мы будем в дальнейшем учить наших детей.